Меня зовут Рустам Минниханов. Я президент Республики Татарстан, Российская Федерация. Я представляю один из ведущих субъектов Российской Федерации и уже четвертый раз принимаю участие в работе Давоса. Очень доволен той информацией и теми контактами, которые мы имеем. Сам бы я хотел обратить внимание, что развитие любой страны, любого региона будет зависеть от того потенциала, человеческого потенциала, который есть. И, конечно же, все страны, все мы должны думать об образованности нации, о нашей молодежи и о готовности этой молодежи быть инновационной. И мы в этом плане делаем очень много, начиная от детского дошкольного образования, школьного образования с использованием всех самых современных технологий, интернет-технологий, IT-технологий, с использованием самого лучшего мирового опыта. И, конечно же, эти знания, они должны иметь возможность использовать в жизни. И в этой части очень важно высшее образование. Вузы должны быть инновационными центрами, и только таким образом, создав вот такую среду инновационную, а государство должно создавать среду, создавать специальные фонды, создавать специальные площадки, где эти инновации могли бы развиваться, что даст толчок любой стране, любому региону. Я считаю, что образованность нации – это вопрос номер один.